Итак, мы находимся возле Пизанской башни. Вот такое можно здесь наблюдать. Здесь вот такое вот как бы поле. Все фотографируются. По газону ходить нельзя. Вот сама башня. Вот сейчас можно видеть, насколько она наклонена. Все пытаются сделать красивые фотографии. Вот такие вот трюки исполняют. Башня пускает, но у нас нет времени. Вот. Вот так вот. Сейчас поедем дальше. В Ниццу поедем.